Современное животноводство трудно представить без автоматизации процессов кормления. Для фермеров, у которых в хозяйстве хотя бы несколько десятков голов, это единственный способ охватить всех животных и не потерять при этом в качестве питания и его режиме. Кормораздатчики стали неотъемлемой частью нелегкого фермерского труда, и несмотря на простоту их работы, многие из них имеют свои нюансы, о которых желательно знать. Агросалем, уважаемые друзья! Вы находитесь на YouTube-канале компании «Казагроэксперт», и сегодня я расскажу вам о кормораздатчике универсальном тракторном КУД-4 Иван 2 от Калачинского механического завода. КУД-4 предназначен для транспортирования и дозированной раздачи комбикормов, концентратов и дробленки при групповом кормлении КРС овец и свиней, а также для заполнения наземных емкостей. Кормораздатчик используется на летних площадках, на выгульных площадках, на фермах и в животноводческих помещениях. А теперь перейдем к техническим характеристикам. Грузоподъемность 2 тонны, а кузов вмещает кормов на 4 кубических метра. Сам вес агрегата 1 тонна. КУД-4 выдает корм со скоростью от 0,5 кг до 3 кг в минуту. Транспортная скорость 25 км в час. Еще один пункт, который на первый взгляд кажется элементарным, но не учесть его проще, чем кажется, это габариты кормораздатчика, которые необходимо соотнести с размерами своей фермы. Причем это актуально как для стационарного, так и для мобильного вариантов. Размеры КУД-4 – 3790 мм на 2300 мм на 2400 мм. На транспортных работах и при раздаче сухих кормов раздатчики можно использовать при температуре воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов, а при раздаче сухих кормов только при положительной температуре корма. Кормораздатчики агрегатируются сельскохозяйственными колесными тракторами, имеющими тягово-сцепное устройство, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы и электрооборудования. Класс трактора для подключения КУД-4 – 0920. Приятный бонус для владельцев кормораздатчика Иван-2 – это то, что КУД-4 имеет порошково-полимерное покрытие, стойкое к агрессивным средам и коррозионному износу, что обеспечивает увеличенный срок службы кормораздатчиков. Спасибо за просмотр! С вами была компания «Казагроэксперт» и кормораздатчик Иван-2. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. «Казагроэксперт» – приобретайте выгодно, с лучшим сервисом и гарантией.